Добрый день, с вами профсоюзы «Союз сильных». 2014 объявлен Федерацией профсоюзов Татарстана годом первичной профсоюзной организации. И мы начинаем нашу программу с рассказа об одной из замечательных первичек нашей республики. Смотрите наш репортаж из набережных Челнов. Молодой творческий коллектив и сильный профсоюзный комитет. Здесь это слова-синонимы. Набережно-Челнинская художественная школа номер 2 удивила членов жюри на профсоюзном конкурсе коллективных договоров. Сначала на уровне Татарстана, затем и России. Коллективному договору школы безоговорочно присудили первое место. В колдоговоре профсоюз школы предусмотрел немало поправок в пользу своих работников. У нас достаточно серьезное социальное партнерство выстроено в коллективе. Вот. Мы настроены с председателем правкома работать на благо коллектива в тесном сотрудничестве. То есть у нас не возникает каких-то споров. В случае победы учеников на серьезных конкурсах, преподаватели, готовившие победителей, также получают 3 дополнительных отпускных дня. Такой же бонус к отпуску получают и те учителя, которые в течение года уходили на больничный не сами, а по болезни ребенка. Очень много сейчас приходит пригласительных по поводу курсов повышения квалификации. В общем-то, курсы стоят денег, вот поэтому школа обязательно поддерживает и курсы оплачивает для того, чтобы педагоги могли повышать свой профессиональный уровень. Заботиться здесь не только о педагогическом, но и техническом персонале школы. В помощь дворникам приобрели снегоуборочную машину и газонокосилку. А этот год у нас идет под эгидой годом культуры, поэтому хорошей традицией стало. Мы ежегодно вывозим наших педагогов, вообще полностью наш состав, на экскурсии по культурным местам нашей большой республики. В этом году вторая художественная школа Челнов празднует большой юбилей. Ей исполняется 25 лет. И в этот столь символичный 2014 год, объявленный в России годом культуры, правком школы намерен добиться немалых успехов не только в искусстве, но и в профсоюзной деятельности. Охрана труда – одно из важнейших направлений, которым занимаются первичные профсоюзные организации. Активное взаимодействие между профсоюзами и администрацией в этом важном вопросе может принести неплохие результаты. Подтверждение этому в нашем следующем сюжете. Чистый белый потолок лучше всего характеризует условия труда в новом кузнечном цехе объединения «Позис». Гусман Адиатуллин работает кузнецом еще с 1984 года. Ему есть с чем сравнивать. Раньше как в темноту заходишь, ничего не видно, короче, так вот можно сказать. А сейчас свет, вот кузница, теплые, стоят калориферы специальные, комната отдыха, душевая, все. За 2013 год в мероприятие по охране труда предприятие вложило почти 44,5 миллиона рублей. За цифрами стоит ежедневный труд по обеспечению безопасности работников. От наличия качественной спецодежды, 3 здравпунктов прямо на заводе, до ремонта бытовок и организации новых рабочих мест. Мероприятие по охране труда прописано в коллективном договоре. За его выполнением следит профсоюз. У меня работник работает на вредном участке, он получает то же самое молоко, получает спецодежду. На некоторых участках получают талоны на обеды. Материальную помощь частенько помогает нам профсоюз. Всякие же бывают ситуации в жизни. Надежда Васильева – одна из 78 уполномоченных профсоюзов на предприятии. Ее выбрали коллеги, чтобы она следила за охраной труда в своем цехе. Надежда обходит свой участок, подсказывает, что нужно исправить. Если необходимо, выносит предписание. Пожелания работников по охране труда она тоже может передать администрации. Есть начальник смены, есть начальник цеха. Они каждый отвечает за свое. Профсоюз отвечает над всеми. Он ответственен за каждого человека, за члена этого нашей большой-большой семьи завода. Значительную часть дня сотрудники проводят на работе. Эта чайная расположена прямо в цехе. Здесь в обеденное время рабочие могут поесть и передохнуть. И дни рождения у нас, Ир, мы поздравляем, Ир, чайку попьем, посидим, поговорим, с этим мирно, литком, все это хорошо у нас. Неподалеку от чайной ведутся более серьезные разговоры. На 3-м этаже цеха поставили новый учебный класс. Скоро здесь планируют провести заводскую учебу полномочных профсоюзов по охране труда. В этой сфере и профсоюз, и администрация работают вместе. Время нашей традиционной рубрики «Профсоюз помог».
Загид Ганеев регулярно приходит в профсоюзный комитет родного предприятия. Из-за ошибки в документах пенсионный фонд отказал Загиду Каюмовичу в досрочной пенсии. В ситуации 73-74 и 75-е года с КАМАЗа нас направили в металлургстроя, но они справку неправильно подали. Вот я обратился с восстановлением справедливости Татьяны Акимовны. Стараниями правового инспектора труда суд стал на сторону пенсионера. Затем Загид Ганеев вновь обратился к юристам профсоюза, попросив разобраться, почему ему не засчитали в трудовой стаж работы на предприятии до его официального пуска. Удалось доказать, что, в общем-то, это неправильно. И опять было судебное решение в мае 2013 года. Справедливость восторжествовала, и два выигранных в суде дела – это еще не предел. Теперь правовой инспектор труда профсоюза вновь собирает документы и справки, чтобы помочь Загиду Ганееву зачислить в трудовой стаж еще пару неучтенных месяцев. Профсоюзная помогает, действительно добавили пенсию. Был случай, когда в профсоюз обратился работник, у которого сгорели все документы, но остался профсоюзный билет. Так вот, именно он помог восстановить работнику стаж и назначить пенсию. С такой мощной юридической поддержкой все члены профсоюза спокойны и уверены в завтрашнем дне. С вами «Профсоюзы. Союз сильных» – программа о настоящих людях. В городах, районах, деревнях нашей республики Татарстан профсоюзные активисты занимаются тем, что защищает интересы трудящихся. Героя нашего следующего сюжета мы встретили в Балтасях. В семье Рамиля Нургалиева тесно переплелись профсоюзная деятельность и муниципальная служба. Дед его был председателем профсоюза колхоза, мама работает в администрации родной деревни Бурнак. Мы в основном работаем с населением. Это очень сложная работа, найти каждому человеку вот подход. После окончания института и сам Рамиль выбрал муниципальную службу в родном Балтасинском районе. За полтора года Нургалиев уже стал помощником руководителя исполкома. Но главное достижение в карьере Рамиля – это общественная работа в профсоюзе. Он – доверенное лицо профсоюзной организации работников государственных учреждений в Балтасинском районе. Будь то путевки в санаторий или материальная помощь, профсоюзные льготы облегчают жизнь работников. Самое важное – это результат работы. Все можно, если есть желание, все можно успеть, все можно сделать. Мы видим, как довольны люди, и это нам дает силу для дальнейшей работы. Сам Рамиль активно участвует в жизни молодежного совета профсоюза госслужащих Татарстана. Работа в совете – это не только участие в республиканских мероприятиях, но и постоянный обмен опытом, живое общение с коллегами из других районов и городов. Можно поднять руку, задать вопрос, и тебе с радостью ответить на этот вопрос, на который тебе, вот, например, что-то непонятно. В середине февраля молодежный совет республиканского комитета профсоюза провел совместное заседание с представителями Общественной молодежной палаты при Государственном совете Татарстана и Министерством по делам молодежи, спорту и туризму. Ведется очень серьезная внутренняя целенаправленная работа на повышение статуса, престижа профсоюзов, прежде всего среди молодежи. Во второй половине дня профсоюзных активистов ждала учеба. Им предстояло обновить свои знания о социальном проектировании. Ведь Республиканский комитет профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания выделяет своим первичкам гранты на реализацию социально значимых проектов. Профсоюз, он стал базой, на которой можно развиваться дальше, реализовывать какие-то интересные проекты. В Татарстане в профсоюзе состоят почти 36 тысяч государственных и муниципальных служащих. И у каждого есть возможность проявить себя в профсоюзной жизни. Профсоюзы Татарстана вместе со всей страной поддерживают олимпийское настроение. И профсоюзная молодежная лыжня – лучшее тому подтверждение. Символично, что в год Олимпиады в Сочи традиционная профсоюзная молодежная лыжня открылась в спорткомплексе «Олимпиец». На соревнования в Казань приехали 19 команд со всего Татарстана. 130 спортсменов-любителей встали на лыжи, чтобы защитить честь своего предприятия и правкома. Мы, конечно, имели определенные опасения, что, может быть, даже нужно будет мероприятие отменять, но все-таки молодежь – это и есть молодежь. Понятно, что у всех позитивное настроение, хороший настрой в целом. Дождь прекратился, погода соизволила выйти, солнце просушило нашу лыжню, так скажем. Спортивные профсоюзные соревнования традиционно проходят на многих предприятиях Татарстана. Но чтобы участвовать в республиканской профсоюзной лыжне, нужно пройти отбор в своей организации.
А в татарстанских профсоюзных соревнованиях состязания проходили в нескольких группах, в зависимости от пола и возраста. Девушки покоряли 3-километровую трассу, парни осиливали 5000 метров. Было легко бежать, поняла, что выложилась на дистанции, но на финише было тяжеловато. Самое тяжелое сегодня — повороты и спуски. Удержаться на ногах, потому что лед все-таки свое дело делает. Если лыжи, подготовленная трасса, хорошая погода и волнение – это условия спортивной задачи, то решением должна быть победа на финише. Конечно же, в соревнованиях победила дружба, а вот на пьедестал почета поднялись не все. Среди работающей молодежи больше всего первых мест было у представителей Нижнекамск-Нефтехима, Газпром-Трансгаза и Электропрофсоюза Татарстана. Среди учащихся лучше всего показали себя студенты из Альметьевского нефтяного института. Мы свободны от работы время вечернего. Вот сейчас, благо, есть освещенная трасса у нас в Казани. Вот, пытаемся, ну, выходить из ситуации. И работа, и спорт как бы не забывать. До того момента, пока не пригласили на пьедестал, как бы не знал, что первый. Впрочем, проигравшим не стоит расстраиваться, ведь лыжня – это в первую очередь праздник спорта, здоровья, общения, новых знакомств и хорошего настроения. Профсоюзы Татарстана – это более 800 тысяч трудящихся разных возрастов. Если вы еще не с нами, присоединяйтесь.